Всем привет! Сегодня мы с вами приготовим сочных перепелок в духовке. Для этого нам понадобятся две перепелки. И будем сейчас делать соус. 3 ложки майонеза. Теперь мы добавляем чеснок. Далее мы добавляем соль и перец. Добавляем 1 столовую ложку оливье. Перемешиваем нашу смесь. Теперь мы должны наши перепелки искупать в нашем соусе и оставить их так на 10-15 минут. Перепелок внутрь я добавляю апельсин и чернослив. Теперь мы отправляем этих красоток в духовку, после того, как они постояли 10 минут. Духовка должна быть 200 градусов, и через 40 минут проверим их. Перепелочки готовы. Приятного аппетита!